Доброе утро, ребята! Мы сегодня весь день, все утро с Ванюшкой, ну практически, на улице. У нас тепло, и ребенок очень-очень хочет в бассейн. Вот разрешили ему под присмотром, либо я, либо Ваня. Очень эта поверхность горячая прям. Похоже, сейчас придется идти переодеваться, да? Вода. Скажи по-русски, вода. Ой. Ой, скоро начнется. У нас жаришка. Мне кажется, мы этого ребенка отсюда не вытащим. Этим летом научимся плавать, да, Ванюш? Да, будет бегать на рукавниках. Мокро, иди сюда. О, боже мой! Он уже весь мокрый, ты посмотри на его пузо. В горячую ванную пойдет купаться. Пошли купаться. В ванную будешь купаться? Да. Нет? Дори. Да? Пошли? Да. Зачем мне ваша ванна? У меня же есть бассейн. Нет. Все холодно со мной. Классно? Тебе нравится? Да. Да? Кто бы сомневался? Какао! А, тебе еще и какао сюда подавай, да? Какао. Ты мокрый. Какао. Коктейльчик, да, тебе? Да, ты тут все намочил, Ванюш. Переходите на чистую, хотя уже. Да какая разница? Уже да. Ванюшка, надо идти переодеваться, сынок. Да. Да. А сколько время? Время? 12:07. 12:07. Так нам скоро уже спать. Но. Ванюша поспал. Мы его покупали в горячей ванной. Он поспал очень хорошо. Мне даже пришлось его разбудить немножко. И мы приехали в океанариум в Барселоне. Повези коляску, пожалуйста. Мы здесь уже были, по-моему, в прошлом году. Но Ванюшка совсем был маленький. И приезжали друзья с России. Вот, и мы вместе с ними здесь были. И решили вернуться, потому что он обожает Дори. Да, любит очень рыб, и я думаю, в нашем доме, возможно, даже и сделаем аквариум. Вот, потому что пока что он... Да, рыбы там, сыночек. Да, взял с собой Дори, только она желтенькая, и Немо. Да, но здесь всякие разные, сынок, рыбки будут, не только Дори. Пойдешь ножками? Давай. Тут можно бегать, сынок. Только недалеко. Рядышком с мамой и папой. Да. Рыбки свои не потеряй. Ванюшке очень нравится. Он такой заинтересованный. И деловой. Сынок, Ваня, Иван, смотри, сынок, смотри. Смотри, как они плавают. Смотри, видишь, лежит, отдыхает. И да, и эти отдыхают. Смотри, какие у них глаза. А там что? В этом бассейне, смотри, на Немо он живет. А вон Дори.
Вон Дори плавает. Видишь? Видишь Дори? Вон. Немо маленький, видишь? Класс! У нас синяя жёлтая. Да? Красиво. Захочешь туда? Это ядовитый, да? Да, это как раз. Миша уже пошел. Мама, сейчас будем все идти. Смотри, как близко. Там акулы, смотри, какие большие плавки. Красота. Ваня, тебе нравится? Сейчас ему очень интересно. Давай. Беги. Идем, идем вместе, пошли вместе. Все, мы уже направляемся в сторону машины. Ваня с Ванечкой бегут, бегуны. Вот, потому что он хочет бегать, а здесь парковка. Одному вот за ручку бегут. И нам нужно в магазин. У нас закончились овощи. Вот, поэтому сейчас еще заедем в магазин и домой. Уже вечер. Так быстро время пролетело. Вот, и мы с нашей вот этой коляской нормально. Вот, правда, она такая уже маленькая для него, маловато. Но ничего, этот сезон отгоняем, а там уже и не нужна будет коляска. Вот, так что едем. Ну, плюс у нас уже еще есть наша Стоки колясочка. Доехала домой. Сейчас быстренько буду разбирать пакет. У меня вот одна сумка и чуть-чуть не поместились у меня ягоды в пакет. Я уже поставила разогреваться бульон. Будет сегодня на ужин у нас такой бульончик-супчик. В общем, здесь у меня упаковка Ваниного молока, потому что его молочко закончилось. Сейчас я его сразу уберу. И дальше быстренько взяла эти макароны, как их называют. В общем, к чаю. У нас в понедельник намечается гость, поэтому решила взять, пусть лежат. Вот, Ваня с Ванюшкой взяла вот такой вот хлеб.
помидоры. Заканчиваются капсулы для посудомойки. Решила попробовать Фэри. Спаржа. Бананы. Лапшу взяла, буду готовить с говядиной и перцем. Потом решила взять бобовые, фасоль с овощами. Попробовать, потому что чечевица очень вкусная, вот решила фасоль попробовать. Суповой набор, здесь корнеплоды, морковка, сельдерей, порей и пастернак, редька. Очень удобно то, что все в небольшом количестве, и суп варить круто. И, допустим, если там морковка мне нужна для какого-то блюда, то тоже есть. Мне именно формат нравится, то, что не нужно каждого овоща покупать по упаковке, потому что раздельно в Меркадоне не продается. А если, допустим, продается тот же сельдерей, но он продается, ну, большой упаковкой. А вот так мне нравится больше. Мне осталась одна мочи, многие называют их моки, в общем, называйте как хотите, мне больше всего понравились кокосовые. Вот, у меня осталась одна, поэтому взяла себе еще упаковочку, здесь в упаковке 6 штук. У Ванюшки закончились детские пюрешки фруктовые, взяла ему также в формате пюрешек йогурт со злаками и медом. А у нас Ванюша в последнее время вечером очень плохо ест, от слова совсем не ужинает, вообще не отказывается от еды полностью, и вот хочу ему хотя бы вот вечером давать молоко. Такое тоже оно идет со злаками, вот, потому что ну вот наотрез уже неделю, наверное, он отказывается есть вечером. Не знаю, с чем это связано, но в течение дня он ест очень хорошо. Купила еще одну упаковку фритаты. Очень вкусная штука. Вот. Завтра хочу Ване предложить сделать барбекю. Я взяла такие шашлычки уже готовые. Индюшачина с перчиком и курица тоже с перчиком. И тут кусочки сала, чтобы они растопились и курица была вкусная. Рис, шампунь, кондиционер, взяла самый обычный пантин, и взяла еще фарш. Так, и следующий пакет, здесь у меня яйца, малина, огурец, салат, черника в такой большой упаковке. Взяла черешню, она была по скидке за 2 евро, за 2,60, и тут получается полкило. Сейчас еще, конечно, она дорогая, но мне кажется, в Меркадоне вкусная черешня. Еще один салат, помидорки черри, и вот такие вот сердечки, слоеные ушки, сердечки, тоже в понедельник. Уже собираемся идти спать. Ну, я иду монтировать влог. Сегодня укладывал Ванюшку я, и он 2 часа засыпал. Ну, и как обычно мы с ним там почти 2 часа, не 2 часа, но около того, как обычно мы с ним там читаем книжку, а потом я ему говорю, там, закрывай глазки и давай спать. Вот он как закрыл глаза, где-то 1,5 часа еще лежал с закрытыми глазами, не мог уснуть. Бывает быстро засыпает, бывает очень долго. Сегодня было очень долго. Вот, а я сейчас буду монтировать вложек. Так что, ребята, увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.